Правительство утвердило правила программы возврата денег за покупку путевок в детские лагеря отдыха. Значит, в Приморском крае у нас потенциально 33 организации отдыха и оздоровления, которые подходят под условия реализации программы «Кэшбэк». Это загородные лагеря, комплексы, базы с круглосуточным пребыванием детей. На сегодняшний день у нас заявились в эту программу, то есть приняли решение в ней участвовать пока 14 лагерей. Сейчас список формируется, да, возможно, еще кто-то добавится. Программа будет действовать с 25 мая по 21 сентября 2021 года. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Цены на путевки в лагерях Приморья кусаются. Стоимость смены в 20 дней варьируется от 47 до 58 тысяч рублей в зависимости от летнего месяца. Так что компенсация даже в 20 тысяч рублей станет хорошим подспорьем для семейного бюджета. Кэшбэк будет автоматически начислен на карту МИР в течение 5 рабочих дней. Вся информация, она, естественно, будет размещена в разделе «Детский отдых» на сайте «Мир путешествия». И там родители могут узнать и о правилах пользования кэшбэка, как оплатить, как выбрать. В принципе, все достаточно просто. Но, естественно, у них все операции должны платежно производиться с помощью карты «Мир». Для этого необходимо зарегистрировать эту карту МИР в программе лояльности, которая есть на сайте этой платежной системе, и уже производить оплату. Некоторые подробности пока все еще уточняются. Например, пока неизвестно, будут ли суммироваться нововведенный кэшбэк и региональная льгота. У нас существует за счет краевого бюджета компенсация родительской платы в размере 8 тысяч рублей для обычных семей и для семей с небольшим достатком до 16 тысяч рублей. В настоящее время мы ждем пояснений и от федерального оператора, и от нашего Министерства государственного правового управления, как будут эти две меры так друг с другом, скажем так, быть согласованы. Либо это будет оплата с полной стоимости, либо это оплата уже с половиной. Президент России также поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении туристического кэшбэка на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.